всем огромный привет, девочки и мальчики. Мы сейчас с вами в городе Ростов-на-Дону, Мега-Аксай, это Икея. И та-дам! Началась грандиозная распродажа летняя. 26 июня она продлится до 25 июля. Совсем недавно снимала зимнюю распродажу, уже началась летняя. Давайте посмотрим, что интересного нам предлагает Икея. И как всегда, мы с вами начинаем с большого билборда, который стоит на входе в магазин. Здесь есть вся информация, что сегодня происходит в Икее. И даже представляете, Икея добавила плюс 10% скидку по карте Икея Family на товары, которые участвуют в распродаже. Также с 5 июня по 31 августа 2018 года Икея принимает постельное белье для повторного использования и в переработку. Напоминаю также, что в магазине можно взять все в рассрочку. Это первый подиум, который здесь представлен на входе. Хлопковая подушка 50 на 50, 149 рублей. Качество очень хорошее, чувствуется сразу, что натуральный материал. Придиванный столик Hemnes белого цвета, 1999 рублей, размер 55 на 55. И другой его вариант стоит также, светло-коричневый. Это обратная сторона подиума. Здесь также и представлены товары распродажи. Милый чехол Юперлик 50 на 50, синий точечный. Тоже 100% хлопок, интересное плетение, дизайнерская ткань. Настенный софит, кварт красный, стоит сейчас 399 рублей. Есть разные варианты цветов, белый, желтый, черный. Ура! Ароматическая свеча в стакане стала стоить 29 рублей. Если вы смотрели предыдущее мое видео, я показывала вот такая свеча. Она стоит 35 рублей, по-моему, на распродаже. У этой свечи размер немножко стаканчика меньше. Смотрите, как он выглядит. Запах ягодная смесь. И он очень яркий. Сладкий аромат клубники, малины с нотками свежей сливы. Следующий вариант – это ванилька. Ваниль и морская соль. Стоит 29 рублей. Стаканчик выглядит вот так, запах очаровательный. Компаньоном к этой свечке нам предлагают вот такой фонарь для свечи. Стоит он сейчас 249 рублей. Он подходит как для дома, так и для улицы. В комплекте есть цепочки, которые можно прикрепить к чему-нибудь, и он будет висеть. И вы представляете, сейчас ко мне первый раз в Икее подошел охранник и сказал, что запрещена видео и фотосъемка. Я попросила вызвать менеджера магазина, он позвонил. И все подтвердили, сказали, мне можно снимать. Так что я сейчас вам все дальше покажу. Я показывала в прошлый раз вот эту подушку, она здесь была. И сейчас она стала стоить 199 рублей. Салфетки Фантастик стали стоить 89 рублей, 40 на 40, 50 штук. До чего же эти миски похожи на фикс-прайсовские. Посмотрите, как она сделана. Это Динера. Стоит она сейчас 99 рублей. Подошла только из-за того, что она очень похожа. Обожаю такой цвет и такую текстуру. Ребята, не могу пройти мимо этой восхитительной белой кухни. Она шикарная. Здесь тоже много товара из распродажи. По-моему, белый цвет – это самый летний. Больше всего подходит для лета. И вспомнила ваш вопрос о доставке из Икеи. Я нашла специально для вас сайт, который называется вамдодома.ру. Есть также у них приложение, ребята очень ответственные, проходите и смотрите. Там много очень положительных отзывов. Вам доставят любой товар от самого маленького до самого большого в целости и сохранности. Я обожаю такие вдохновляющие надписи. И Лос-Анджелес, смотрите. Необычный блокнот. Я знаю, как вы любите блокноты. Здесь он двухсторонний. Называется Spence. 199 рублей сейчас. Посмотрите, как он выглядит. Вот я даже не поняла сразу, как он открывается. Это белые странички и такой мраморный цвет обложки. Ну, шведы просто вообще невероятные. Посмотрите, какое. Это в линеечку, а это просто обычные листики. И это ограниченная коллекция. Огромная спортивная сумка для путешествий. Сейчас стоит 1699 рублей. Посмотрите, какой модный ремень. И вот такой мешочек. И это тоже ограниченная коллекция. Ну, не закидайте меня помидорами, но тут тоже есть вот такой восхитительный коробок для обуви. Он стоит 799 рублей. И это прозрачный акриловый ящик.
Он выглядит прям как артефакт. Он тяжеленький, у него есть специальные ножки. Огромная напольная вешалка, стоит 3999, называется Spenst. Оказывается, компания Kia сотрудничает с дизайнером Крисом Стэмпом. И они придумали вот такой невероятный стол. Стол на опорах, 136/70, черный, для работы и досуга. Стоит 14999, цвет черный. Ножки у него деревянные. Еще одна деталь, которую они придумали, это вот такой гардероб 80/55/180. Стоит он 2999 рублей. Такая штука невероятная на ножках. И мой брат бы оценил вот такое вот баскетбольное кольцо, которое сейчас стоит 1999 рублей. И в комплект входит мяч. Невероятные плечики из алюминия. 99 рублей, 3 штуки. Вот как они выглядят. Очень легкие. И мне кажется, что они вечные. По крайней мере, я пробую тянуться всей силы, и они не гнутся, и ничего с ними не происходит. Смотрите, что я тут еще нашла. Диван двухместный, Landskrona. Стоит он 41,998. Посмотрите, как он выглядит. Шоколадный, приятный диванчик. Как интересно собрана кожа. Ну, это, конечно же, кожзам. Очень приятная на ощупь. Я думаю, что сидеть на нем одно удовольствие. Рамочки Riba 249 рублей. Другой вариант белый. Естественно, открытки продаются отдельно. Вот такой комплект. Также очаровательный придиванный столик IKEA PS 17 года 1999. Вот так он выглядит. Отделка из шпона. А у вас есть вот такие ежики? У нас есть. Сейчас они стоят 99 рублей. Вот эти милашечки. Огромный глянцевый белый стол. Стоит сейчас 6699. Размер 95/95. Сбоку у него есть ящички. Вот такие выдвижные для журналов. Еще одна любимая моя комбинация для флориста. Здесь всегда много цветов. Посмотрите, какая свежая зелень. Еще цветы. Обожаю. И там милая девочка. Невероятные шкафы, витрины. Посмотрите, как он выглядит. Просто антиквар. Цена 8999. Размер 57/150. А серый цвет – это новинка. Стеллаж по распродаже. Тот, который 4499, 81/127. Томнос. Классные коробки за 699 рублей. Лекман 33/37/33. Еще один стеллаж Билли 2490. Его размеры. Тумба под телевизор тоже по распродаже. Называется Besto. 7890. Ну вы только посмотрите на этот островок. Это прямо Мексика. Такое все зеленое, красивучее. А здесь все оранжевое, яркое. А там все белое. А здесь все черное. Удивительный стол-трансформер. Цена 16499, называется Скарста, 120/70. Столешница и специальная ручка для регулировки. Настенные часы стайла 30 сантиметров, 299 рублей. Выглядят они вот так. И есть разные цвета. А часы Пук 25 сантиметров стоят 249 рублей. Форма для выпечки со съемным дном, цвет серебристый, 499 рублей. Материал, из которого она сделана, это анодированный алюминий с износостойкой поверхностью, который прослужит долгие годы. Представляете, пивной бокал стал стоить 69 рублей. Идеально подходит для светлого пива, раскрывается его аромат. Сделан из стекла, высота 50 сантиметров.
Помните эту подставку для планшета, которую я показывала в зимней распродаже? Если видео еще не смотрели, обязательно посмотрите. Стоит она сейчас 699 рублей. Сделана из бамбука. Нет, погодите, это что, шутка? Подставка для ножей 20 на 50 бамбук сейчас стоит всего 200 рублей. С 1500? О, какая она кайфовая. Смотрите. Она просто офигительная красавица. Если у кого-то есть ножи, их некуда поставить, то вот, пожалуйста, для вас прекрасное предложение. Скорее подписывайтесь на канал и будете первыми узнавать о выгодных предложениях не только в IKEA, но и в других магазинах. И не забывайте нажать на колокольчик. IKEA — это всегда такой творческий дизайнерский подход. Как все стильно подобрано. И цветовая гамма, и композиция, вообще очарование. Спальня. Мальм. Кровать подъемным механизмом 140 на 2 метра, 24 999. Как выглядит подъемный механизм? Это два разных размера. Это 140 на 2, а это 180 на 2. Вот интересное предложение. Каркас кровати стоит 2 999. Называется Рекине. 140 на 2 метра. Морилка антик. Поближе покажу спинку. Огромный гардероб беленый дуб. Пакс. Стоит сейчас 17 700. Называется Пакс Вольда. Еще одна крутая скидка на хемнес каркас кровати. 3 999 сейчас стоит. И вот как он выглядит. Еще одно выгодное предложение. Это рожок для обуви. Разные цвета. Всего по 49 рублей. И он классный. Детский коврик. Старобу. 75 на 133. Зеленый. 399 рублей. Этот ковер изготовлен из нейлона. Мягкого безопасного материала. И на нем нанесены дорожки. Посмотрите на этот кайф, как они классно раскрасили. Сам светильник 129 рублей и шнур-подвес 200 рублей. А посмотрите, какой эффект. Обалдеть. Еще одно прекрасное предложение. Раздвижная кровать 80 на 2 метра, цвет белый, 7 499. Как выглядит? И с другой стороны. Большая скидка на гардины. Стоит 599 рублей сейчас. Размер 1 20 на 3 метра. Цвет темно-синий. Ткань хлопок. Грандиозная распродажа. Невероятное предложение. Форма для мороженого. 4 штуки. Всего за 49 рублей. Вот такой наборчик. Моя любимая серия. Ковшик с крышкой, кастрюл, сейчас стоит 699 рублей. Милого салатного цвета. С деревянной ручкой. Идеальная миска бланда, сервировочная, 20 сантиметров, бамбук. Стоит 599 рублей. Для летних салатов. Другая миска стеклянная. Стоит 199 рублей. Здесь есть вот такой носик. Еще терка подешевела. 299 рублей на распродаже. Она вращающаяся. Банки для специй. Стоит 99 рублей. Дропар стеклянный с крышкой. Салфетки. 49. И такие 49. И такие 49. Эти тоже 49.
И белые тоже 49. А фантастик 50 штук 29 рублей. Зеленые большие 40 на 40 89 рублей. Скатерть 599 рублей. Сделана из хлопка. Столовый набор 16 предметов. Нержавеющая сталь 399 рублей. Кофейная чашка с блюдцем 99 рублей. Стаканчики по распродаже 69 рублей. Формы для льда подешевели. Сейчас стоят 59 рублей. Молочник, сливочник сейчас стоит 149 рублей. Прикольный плед. Всего за 399 рублей. Вот такой. Разные цвета. Есть серый, темно-синий и зеленый. Чудо! Подешевело ведро для вина и шампанского. 799 рублей. Вот это оно. Огромное. Из нержавеющей стали. 35 сантиметров диаметр. Открывашка 49 рублей. Для тех, кто обожает вот такие вазы, они сейчас стоят 2 штуки 249 рублей. Смотрите, какая красота. Подносики по 89 рублей. Вот такой стакан 59 рублей. А этот стакан 29 рублей. И заканчиваю я свое видео в ресторанике, так как я уже проголодалась. Здесь есть разные салаты. Вкуснейшие макаронсы по 4 штуки 99 рублей. Интересное пирожное «Черный лес». Здесь специально перевели на английский язык, стоит 129 рублей. И еще одно яркое пирожное «Манго-маракуйя» «Тропиканская бомба», тоже 129 рублей. Всем приятного аппетита, всех целую, обнимаю. До следующего видео. Пока-пока. Покажу вам мой обед. Это колбаски с брокколи, борщ со сметаной и гидзе с курицей. Когда-нибудь видели, чтобы стоянку Икея мыли вот так? Класс! Ой, красота! С помощью пылесоса. Представляете, как круто моют? Вот это да!